то есть, то нету. Что-то сегодня срывается у меня. Рыбешки. Вот он. Ну и чё? Оп. Так. Есть. На чё, главное, на чё клюнул? Посмотри. Опа. Фиолет. О, фиолет, да. Фиолет. Добрый день. Сегодня расскажем о завершенном еще одном проекте. North Silver Fish 520. Диванная версия. Без Fish Performer. Очень нарядная лодочка. Вот прям полюбуйтесь на нее. Красота какая. Красная. Мебель вся тоже черно-красная. Что хотелось рассказать? Ну, доработка прицепа. Сделали ступеньки на крыло. Сделали вот такие ворота. Наши очень крепкие, массивные. Не свернешь, не повернешь. Стяжки современные стоят. Смонтировали стяжки. Вот, кстати, носовую стяжку тоже поставили. И лебедку переделали. Поставили вот такой карабин фиксирующийся. Так как стандартный крюк сюда не заходит. Вот у других производителей есть вот этот вот рым, он с двумя отверстиями, очень удобно. А здесь приходится вот мучиться и вот такую штуку изобретать каждый раз. Хотелось бы, чтобы производитель здесь сделал два отверстия, тогда будет удобно крепить и лебедку, и стяжку. Так, что еще? Роллс стоит. Скрытая установка лебедки. Здесь мы еще не поставили клюз. Мы сюда печатаем, ставим клюзы. Это будет позже клюз. Пока он не стоит на месте. Мотор Меркури 80. Четырехтактный. В базе в лодке сразу идет фильтр топливный. Вот крепежи его как раз видно. Также в базе идет помпа откачивающая. Технические характеристики мы уже рассказывали в других наших роликах про эту лодку, можно посмотреть. А тут же небольшой ролик о том, что тут было сделано. Мотор установлен. Лебедка установлена, стронжер. Скрытая установка. Переделан был полностью лючок. Лючок идет в базе на саморезах. Мы переделали полностью его для ревизии лебедки. Все это открывается. Аккуратненько. Вот лебедка стоит. Один пост управления лебедка и второй пост управления на рулевой консоли. Закрывается. Дворник был поставлен. Здесь в базе идут сразу стекла у лодки. Поставлены были дворники. Дворник очень интересный. Есть регулировка по длине. Вот регулируются штанги. Есть регулировка по углу работы. То есть хорошие дворники. Предусмотрена установка на разные лодки. Можно их поставить и отрегулировать. Две скорости работы. А теперь внутри. Вот удобно залазить в лодку. Прям раз. И зашел с этими подножками. Внутри получается, что у нас здесь? Второй пост лебедки, USB и вольтметр здесь встроенный. Получается уровень бензобака, тахометр, монитор.
12 вольт обычный сюда еще перенесен, тоже можно зарядку вставлять. Здесь получается клавиша сигнала, будет сигнал. Дворник двухпозиционный. Ну и стандартный набор клавиш. Там ходовые огни, помпа, белый огонь. Вот этот набор. Такой вот комплект. Ничего лишнего пока. Вот для рыбалочки собрали. Я думаю, мы его испытаем на воде, на рыбалке прям. И про это расскажем тоже. Классный комплект. Все продумано. Все хорошо сделано. В то же время ничего лишнего. Прям туда еще будем трафик ставить. Под кринолин будем трафик монтировать. Стяжки вот для того, чтобы не мазались. Поместили в такие мешочки. Приехали на бережок. На наш. А тут что-то какая-то грязища непонятная. Причем это все. Блин, все позасрали. Пах, вон при вон докуда высота. Пахнет все тиной из воды. То ли что-то доставали. Вон что. Куча какие. Но сетями столько не натаскаешь. Не знаю, что тут такое. Такое ощущение, что вот что-то с глубины вытаскивали. Не знаю. Вон все. Все в морской тине. Берега опять все засраны, конечно. Что за народ? Вода большая. Нанесло уже много чего. Давай, давай! Так, запускаем новый моторчик. Охлаждение бежит, все нормально. Сейчас прогреется, красавчик. Ну давай дальше. Давай, давай. Хорош? Пошла, родимая. Все. С первым спуском лодочка. Сейчас переедем. Занимаем место. Вот Алексей купил лодку, нанял водителя. Учимся, учимся. Чиновник, блин, но. Ну пробуем. Пробуем по катуху. Оп. Сейчас немножко отмотается. Все. Вот встали на покатуху. Моторчик пусть у нас молотит, обкатывается. А мы сейчас начнем снасти доставать. Ну что? Хозяин, ты давай к водительскому привыкай. Кипит, кипит. В затоне уже тут. В затоне, на причале. Скоро уже навигация.
Маленький, конечно, но все равно. Начало рыбалки есть, с открытием сезона, можно сказать. Давай его. За борт. Ну, хоть это, хоть руки. Так, хоть руки рыба. Ага, фиолет. Все уже. Руки рыбой пахнут. Отлично. Опять зацеп. Сорвался, ну и ладно. Был? Зато поклевочка была, но. Ну думаю, что небольшой, но. Хоть это. Хоть в руку постучало, и то хорошо. То есть, то нету. Что-то сегодня срывается у меня. Рыбешки. Вот он. Ну и чё, оп. Так. Есть. На чё, главное, на чё клюнул. Посмотри. Опа. Фиолет. О, фиолет, да. Фиолет. Так, а чем нам замерить длину? Штучка. О, ну давай. Так. 20-21. Ну, короче, пускаем. Теперь нам точно большой попадется. Ну, собственно, для чего мы сюда и приехали. Это перекусить, обкатать моторчик. Погода отличная. Поэтому обед по расписанию у нас. Это самое главное в рыбалке. И проверим зум. Ну, держит стабилизация нормально. Если убавить немножко еще. Ну, все хорошо будет. Лебедка Стронжер. Работает быстро. Автосброс. Якорь. Килограмм, наверное, у нас 17-18. Сейчас покажем. Якорь называется покатуха. Для сплавной рыбалки по Енисею. На тирольку. На харюгу. Вот такой вот якорь. Поднимает легко. Внутри там у нас, сейчас я покажу. Если телефон не утоплю, конечно. Внутри у нас там вот такая вот железная чушка. Все отлично. Лебедочка. Ляпочка. Thank you.
управление лодки. Отлично. Отличная лодка для рыбака, ничего лишнего. Попозже расскажу. Лодок на воде. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Прямой видимости только. Вот это Тоня. Комфортная скорость 60 км в час сейчас. Лодочка сама идет без напряжения, без всего. Чувствую себя спокойно. Бывает такое, что лодка идет, ты в руль вцепишься. А это идет ровно против течения по валунам. Не рыскает ничего, можно вот. Вот, допустим, руль я отпустил. Вот руль отпущен. Идет ровно, нормально. Хорошая курсовая устойчивость. Потестировали, обкатали немножко. Посмотрели, чего не хватает. По мелочам надо дооснастить. Ну, это уже больше так. Приспособления для рыбалки небольшие. А так, оптимальный комплект. Ничего лишнего, именно вот для енисейской рыбалки. Без всяких этих новомодных фиш-платформ, без всего, именно такая лодочка. И порыбачить, и можно прокатить кого-то на диване там, с семьей покататься. Отлично. Катали мы с Алексеем лодку, обкатали немного мотор, сильно не вваливали, новый мотор, новая лодочка, посмотрели, как себя ведет, все нравится, мелочи доделаем, мелочи, ну такие там, спингодержатели, что мы еще хотели? Я уже забыл, чего мы тут разговаривали. Кроме спингодержателя, что еще хотели? Чего же? Пружинки везде поставить. А, пружинки, да. Пружинки вот везде поставить надо. Пружинку под рундук, пружинку вот сюда упор поставить, потому что падает это все. Коврики везде надо положить, чтобы вот ничего не терлось. Пружинку под рундук. Остальное уже не помню. Ну вот, все отлично. Порыбачили заодно, открыли сезон. Правда, крупных хорюзей не поймали. Одна мелочь клюет. Всех отправили назад. Погодка сегодня хорошая. Хорошо провели время. Ну да, вот кресло хотели еще подвинуть ближе к центру, чтобы легче было, чтобы оно легче разворачивалось, так как рыбалка на харюзе подразумевает, что сидишь спиной к консоли. Вот. Вот тут получается каждый раз приходится его двигать. Подвинь его вперед, слайдер. Вот. Получается, чтобы не двигать каждый раз, надо еще его подальше двигать. И можно к центру немножко. Запарковались. Ворота, конечно, классно. На течении помогли. Прицеп загнали, а под... там вон какое бревно. Не знаю, видно или нет. Ой. О, какое бревно. Да, на винте, конечно, парковаться не то, что на водомете. С первого раза зашел, а? Выезжай. Ну все, тесты закончены.
обкатали, порыбачили, выезжаем. Бревно катится за нами. Давай, давай. Ничего, ничего. А все, она отстала.